Кулакова, у микрофона Фикс, и сегодня я буду отправляться в сны. О, Фикс, привет, а что ты тут делаешь? Ролик снимаю. Слушай, а можно с тобой? Ну давай. Ну погнали. Всем здорово, у микрофона Фикс, и со мной сегодня Градус. Йоу, чекова. И сегодня мы будем отправляться в разные сны, то есть... Какие еще разные сны? Сны, да. Да, мы будем просто спать весь ролик, Градус. О, слушай, неплохо, я люблю поспать. Я тоже, пошли. Погнали. А также перед тем, как начать, хочу сказать, что нас смотрят аж по 70% без подписки, да, Градус? Да безумие, у меня вообще 90. Офигеть. Поэтому, если вам хоть чуть-чуть нравятся мои ролики, ролики Градуса, то, пожалуйста, подпишитесь. Погоди, что? Что? Что это? Чики-бам, что ты тут делаешь? Градус, ты, конечно, не в курсе, но... А что он тут делает? А ты шаришь. Так, ладно, побежали. Окей, ладно, пойдем его. Допустим, ты тут что-то делаешь. Стоп, да что это такое? Да в смысле? Что он тут делает? Чики-бам, что ты тут делаешь? Вот теперь-то точно, что он тут делает? А что он тут делает? Ладно, ребята, напишите в комментариях все-таки, что он тут делает, потому что мы не понимаем. Понимаешь, что он тут делает? Я не понимаю, что он тут делает. А ты понимаешь? Житель сзади тоже не понял. Так, ребята, вот этот дом, ну такой стандартненький. Да, такой миленький, уютненький. Почему бы, да, я бы в нем поспал. Если бы в нем поспать, то вам приснится замечательный сон со штанами, с киркой. Не знаю, там будут сапожки, там всякие носочки. Да, вкусняшки, леденцы, там сладости, ням-ням-ням. Бассейн для удочки, но есть вот этот дом. В общем, это страшный дом, жители в нем не живут. И тут есть такие вот кровати, на которых, если ты заснешь, тебе приснится самый страшный сон. Без штанов, что ли? Без штанов. И уточек! Пошли отсюда! Ладно, я, конечно, нам предлагаю начать с хорошего и доброго сна, подготовиться, так сказать, к кошмару, и в конце мы отправимся вон туда. Не особо хочется. Окей, я чур первый. А, да, давай, давай. Так, стоп. А где кровать? Первый, да. Стоп. А, Фикс. Ух ты. Так вот, тут у нас стоят две кровати, забор специально, чтобы без происшествий градус. Да, да, да. Ты очень любишь помахаться. Ну да, есть твоя. В общем, мы чисто случайно с градусом подготовились, теперь у нас полный железный комплект, как бы странно это не выглядело. И отправляемся на счет три, давай. Раз, два, три, поехали. Что? Я чую штаны. Где? О, свинина. Слушай, подожди, градус, сон уже хороший, твоя уточка купается, ты даже не понял. Ну, допустим, моя уточка купается, я тоже, меня все устраивает. Слушай, а ты не хочешь поесть свининки? Подожди. Ты в хорошем сне, градус. Да, хочу. Давай. Подожди, если этот сон хороший, тут, конечно, есть свинья, которую мы сейчас убьем, чтобы покушать, но нам же... Ух ты, а это что такое? О, тут растения, которые дают леденцы, Фикс. Глина это. О, это лучшее место на планете. А, там курица, градус, валим отсюда, валим. Ребята, если вы не знали, я опять повторю, курица это самое опасное существо в Майнкрафте, единорог. Чики-бам, разноцветные, здорово. Давай, я еще раз седлаю единорога. Ой, нет, я, тихо, не бей меня, не бей меня. Вставай с единорога. Нет. Приюти меня, малыш, ты полюби меня, полюби меня. Нет. Полюби меня. Нет, я первый. Нет, я первый. Нет, полюби меня. Нет, все, он меня полюбил. А у тебя есть седло? Нет. Блин. Конечно, есть, захватил прямо с собой в этот сон. Каждый день в кармане ношу одно запасное седло. Посмотрите на меня и на фиксплея. Еще раз на меня и на фиксплея. Да, я на единороге. А у меня люди нет. Но у тебя все равно нет седла, поэтому мы сейчас его и сделаем. Раз, два, три. Ну все, я наконец-то скрафтил себе седло, и теперь я смогу по-настоящему оседлать этого единорога. Давай его назовем. Нет, мой пончик. Кто знал, что так можно сделать? Нет, фиксплей. Ладно, ребята, теперь посмотрите на меня, потом на него, потом на меня, потом на него. Да, я на единороге. Может, ты ко мне все-таки вернешься? Не. Я тут ролик уже снял, если что. Второй единорог, градус, у нас хорошие новости. Ура, это моя возможность приручить второго единорога. Есть плохие новости. Какие? Второе седло. Мы вернемся через 3, 2, 1. Красава, градус. А теперь, мне кажется, нам все-таки нужно исследовать этот мир, потому что он похож на сказку. Это все причины. А еще я знаю, что где-то здесь есть штаны. Мне кажется, нам сюда. Здесь я чувствую, я найду свои штаны. О, это что, радужная грязь? Не, это просто грязь. Недолго мы искали шахту, градус. Ну да, что-то типа того. Так. Тут уголь ломается за одно прикосновение. Я нашел какую-то очень странную руду. Чего? Та самая радужная руда? Подожди, алмазы. Ты забрал мой алмаз? Ты забрал мой алмаз? Почему? Другой алмаз. Конфета. Это рандомная руда, офигеть, прикольно. Мне две радужные руды выпало, с радужной руды, вот это мне повезло. Что ж, пошли наверх и наконец-то скрафтим себе инструменты. Погнали. Как я понимаю, нам подойдет вообще любое дерево, поэтому градус. Я че рублю это. И я это. Нет, я это. Нет, я. Нет, я. Нет, я.
Градус, я почти готов к глобальному крафту. Какому? Ты чё, сколько у тебя уже руды? У меня дофига руды на штаны хватает. Главное проверить, делается ли из этой руды вообще штаны. Сейчас проверим. Ты так многоцвета, ты выглядишь очень... Штаны! Штаны! Крафтится, крафтится! Все, все, готово, готово, давай. Отлично. Пам! Да, да, вот они, градус, вот они! Надевай! Готово. На картинке выглядело лучше. Почему как будто я обкакался и обписался? У тебя жопа зеленая. Ну, в общем, ты сегодня у нас со штанами, а я хочу себе носочки. Ух ты, радужные носочки. У тебя, кстати, носочки с удочкой, так что... Ну что, нормальные носочки. Как будто я пописал на твои носки. Градус, ты готов? Хватит добывать картошку! Я проснулся. Картошка... Настало время. Подожди, картошка не ждет. Ты мне объясни, мужик. Картошечка, как же давно я ее не ел. Все, пора в кошмар идти. Уже там. Короче, ребята, мы решили, что пора. Я проснулся в аду. Я передумал, в общем-то, ложиться в эту кровать. Знаете, это по сути, это правда какая-то адская кровать. Я только лег спать, и там лава сразу. Ну что ж, попытка номер два. Я снова умираю. Так, ну в третий раз мне точно повезет. И... Фиксплей, куда мы попали? Что это за адское место? Нас не стреляют, нефриты. Беги куда-нибудь прячься, давай шахту рыть тебе. Да, давай. Это тебе не радужный мир, где скачут единороги и повсюду конфетки. Ну почему нет? Смотри, вон тут скачут криперы, повсюду лава. Все почти то же самое. Блин, небо красное, это стремновато. И это кошмар, неудивительно. Га-г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 а-
Он слился, я его сделал, я его морально победил, он просто решил исчезнуть. Руда, 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 руда. Вот она, вот она. Что это за руда? Дай мне. А, тоже рандомная, что ли? Блин. А, не крум какой-то. Градус. Я не знаю, вроде милый. А, нет, ну нифига не милый, помогай. Что это такое? Я пока поем, а ты убивай его. Ты офигел? Тебя картошка. С тебя картошка. Он мелкий и быстрый, он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. У меня полсердечка. Очень интересно. Помоги мне. Почему ты просто смотришь? Подорог, братан, нормально, дай его сажал. Я его убил, кстати, сразу с одного удара. А чё ты горишь? Давно в лаве не горел. Понял. Ай! Градус, не уступай! Что? Я в опасности, очень большой. А, спасибо. Все нормально. Это тебе нет маленького хищника на... Да откуда вы переметесь-то, блин, градус? Кидай его в лаву. У меня одно сердечко. Я не хочу снова умирать. Все, давай как-то переправимся через эту лаву. Нам нужно вон туда. Может, на лодке переправимся? Да, я понял, хорошая идея. Подожди, лодка реально good идея, давай попробуем. Давай. А как крафтится сказать? Лодка? Я не знаю, как крафтится лодка, я не знаю, как тебе сказать, где я. На пути в светлое будущее. Лодка. Меня зомби убил. Ну за что? Ты был на пути в светлое будущее. Градус. И где мы оказались? Секунду, я не вижу, сейчас дальность прорисовки поставлю. Воу, мы оказались походу очень высоко. И в очень опасном месте снова. Смотрите, согласен. Там криперы, да опять это существо. Короче, я предлагаю нам спуститься аккуратно. Прыжок. Аккуратно спустился, как говорится. Да. Ой, вот эти шипы. Мне кажется, этот ад бесконечный, градус. Что нам с этим делать? Я не знаю, давай добудем ресурсы и убираться отсюда. Ой, да, привет. Ну все, я, короче, вернусь, как только добуду достаточно нам ресурсов. Градус, у нас проблемы, градус. Да, я вижу. Криперы залазят к нам на дом. Он еще ползет, он живой, уйди. Шо отсюда? Давай, короче, у меня есть тут немного ресурсов. Спустя это миллион лет, которые я их добывал. Нам нужен только верстак. Ты взял с собой верстак? У меня есть вот такие крутые штанишки. Негативные штаны. Что? Гордость брони. Откуда? Откуда? Не бей. Я тебе немного дам. Держи. Так, понимаю. Откуда ты, сука, добыл? Слушай, тут огромная гора, у меня ушло кучу времени, чтобы их найти, но слушай, у меня получилось. Я скрафтил себе негативный меч, негативную кирку и, подожди, оно все выглядит очень круто. Очень негативно? Ой, да. Держи. А почему оно сочетается? Смотри, как будто я описывался, и оно все потекло в мои носки. Без комментариев. Опа-па, у тебя негативные, говоришь, предметы, а у меня цитрит. Цитовый топор. Что это значит? Это значит, что он хуже негативного. Штаны нельзя скрафтить. Ну ладно. Лем и нагрудник. И теперь все. У меня полный сет. Ну что, битва, градус, я слышу ролика. Я слышу гаста. Битва в конце ролика, значит. Нет, поехали. У меня хп нету. Уйди. Тебе конец. Тебе конец. Даже с этой брони.
Ну а на этом, ребята, ролик подходит к концу. С вами был FixPlay, Градус. Я. Он. Не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Особенно видео, где мы что-то там делаем. Да, Градус? Чики-бам, что ты тут делаешь? Что? Куда она поделалась? А, она тут делает что-то теперь. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте про колокольчик и рассказывайте о наших видосах своим друзьям. Не забывайте подписываться на наши каналы. А у микрофона был Фикс и Градус. Всем пока! Йоу, чё, пока! Йоу, чё, пока. Подожди, йо, чё, пока. А чё она тут делать? Я не знаю. Она, как она... Так все было, когда мы уходили отсюда? Подожди. Ну да, да, вроде так и все и было. Отлично.